Здравствуйте, уважаемые друзья! Христос воскресе! В эфире программа «У книжной полки» я ее ведущий Андрей Печерин. По словам священника Владимира Зелинского, мировая литература наполнена историями о любви, которые простираются от земли до неба, как божественная комедия, оканчиваются гибелью влюбленных, как Ромео и Джульетта, состоят из разных увлекательных авантюр, как Мансон и Леска. Но много ли мы знаем поэм и трактатов, содержанием и двигателем которых была бы любовь отца к своему сыну, к своему ребенку. Не ко взрослому чаду, который уже встал на ноги, но к совсем еще маленькому, только появившемуся на свет Божию созданию. Именно этот возраст служит отправной точкой для путешествия в мир новорожденной дочери, а также и самого себя, автора книги «Отцовство. Опыт. Чувство. Тайна» Михаила Эпштейна. А его книги, вышедшие в свет в издательственнике, далее в нашей программе. Автор этой книги известный философ и филолог, профессор университета Дарема в Великобритании и Эмори в Атланте Михаил Наумович Эпштейн. Автор 30 книг и более 700 статей и эссе, переведенных на 24 иностранных языка. Отец четверых детей. Несмотря на шикарный и широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора в книге Отцовство обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери дословесный еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором Отца. Отцовство здесь, в этой книге, это, по словам священника Владимира Зелинского, и опыт, и состояние души, и философия, и даже исповедание. Но прежде всего оно есть новое качество жизни, обращенной, прикованной к другому человеческому существу. Жизнь, наполненная радостью о другом, называется она любовью. «Любовь сорадуется истине», — говорит апостол Павел, — «ибо одарена тем особым зрением, которое открывает нам истину другого и нас самих». Сразу с первых же строк своей книги автор вводит нас в сюжет этой радостной истины, указывая на религиозный исток своего замысла. «Отцовство», — пишет он, — «ближайший и доступный каждому человеку, независимо от профессии и таланта, опыт прямой сопричастности миротворению». Становясь отцами, мы начинаем постигать тайну создания нас самих. Как отмечает автор, предварить эту книгу ему хочется словами апостола Павла. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, рождая и постигая новорожденного во всей его поражающей новизне, отец сам обнаруживает в себе образ предвечного отца» и обновляется по этому образу вместе со своим творением. Как отмечает отец Владимир, русская литература, по давнему наблюдению Виктора Шкловского, состоит большей частью из писем о любви. Отцовство в этом смысле следует законам жанра. Это нескончаемый разговор с любимым существом. Объяснение в любви нередко переходит в исповедь. Исповедь для того, чтобы ей состояться, нуждается в надежном свидетеле. Свидетель — это тот, кто невидимо стоит, приемля чужую душу и ручается за подлинность сказанного надежность, крепость, искренность исповеди подтверждается не только словами, в нее вложенными, сколько реальным присутствием свидетеля. Исповедание отцовства Михаила Эпштейна обращено к младенцу, который, рождаясь, возникая, собираясь жить, пробуждает внутреннюю речь отца и тем самым делает его уже отчасти иным по отношению к ветхому человеку, которого он как бы совлекается в исповеди совлечение ветхого человека, по слову апостола, начинается с открытия ближнего, с узнавания его в Боге и делах рук его. Но что бывает ближе рожденного нами ребенка? Автор отцовства учится узнавать его в себе, находит себя в отражениях младенчества, подносит их к свету, разглядывает сквозь кристалл мыслящего взгляда. Он мастер любящего наблюдения и словесного рисунка, вырастающего из внутреннего диалога, диалога с ребенком, но не только. Вся эта книга безмолвно обращена к Отцу, который познает нас в своем творении. Общение с Ним возникает тогда, когда мы стараемся разгадать Его мысль. Вспомним еще раз апостола Павла, который говорит, «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, а как стал мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Автор книги пытается, насколько это возможно, узнать себя в отражениях младенчества. Но оставив младенческое, его взрослое узнавание проходит через этапы, начиная от диалога с ребенком, еще пребывающим в очереве, Вплоть до нового узнавания чуть подросшей героини книги, но уже как будущей старшей сестры. Эта книга, как говорит автор, о начале жизни, о первых 20 месяцах, с момента, когда отец впервые слышит биение новой жизни в животе матери, и до момента, когда подросшая дочь начинает ходить и говорить. И родители уже думают о втором ребенке. За это время проходит становление бытия из небытия, со многими приключениями любовными коллизиями и трагедией взросления и отчуждения. Как отмечает Михаил Наумович, авторы, пишущие о детстве, обычно обходят стороной или торопливо минуют самое его начало, как невыраженное в языке и не закрепленное в памяти ребенка. Из всей русской литературы, кажется, только Сергей Оксаков и Иван Бунин оставили несколько драгоценных страниц. Однако младенчество не прячет своих тайн, напротив, хочет раскрыться, для чего и приходит в этот мир, нуждаясь лишь во встречном движении нашего слова. Именно потому, что младенец не умеет говорить, вся ответственность за открытие смысла в его молчании ложится на близких. Никакая другая ответственность не дарит столько удивительных привилегий, как это. В этой книге отец, наблюдая за собой, прежде всего хочет понять и увидеть по-настоящему своего младенца. И он находит тот младенческий язык, вещей, взглядов, прикосновений который позволяет ему встретиться на несколько мгновений, лицом к лицу с миром, каким он был создан. Эти мгновения заботливо собраны в книге. Она рассказывает об отцовстве как о самом захватывающем приключении, о чуде сотворения новой жизни и побуждает глубже почувствовать и осознать то, что многие наблюдают в своих детях, но мало об этом задумываются. Эта книга выходит в свет, когда общественные разговоры о кризисе семьи становятся все более частыми и как бы собой собой разумеющимися. Отцовство. Понятно, не вступает в эти разговоры и не собирается с кем-либо спорить. Оно лишь рассказывает о том новом качестве, пожалуй, даже призвании, которое пробуждается в человеке вместе с появлением ребенка и ставит отца в особое отношение с тайной существования человека. Задача этой книги в том, чтобы разделить с читателем опыт самопознания автора в любимом существе и тем самым научить нас любить. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Христос воскресе!